сверху хорошо видна разница между двумя суховскими новинками. Ну, во-первых, Су-57 он меньше. И главное, он собран по схеме классического истребителя, в отличие от беспилотного летательного аппарата программы «Охотник». Здесь аэродинамическая схема, летающее крыло. Эта схема достойна особого представления. Первое – форма, треугольник, обеспечивающий максимум незаметности. Второе – размеры, позволяющие загрузить необходимый объем вооружения. Третье – отсутствие кабины для летчика, вместо нее теперь воздухозаборник. Четвертое – отсутствие оперения. Пятое – двигатель. В отличие от Су-57, он один, одно сопло.